на этом действительно долгожданном событии. Смотрите, смотрите сюда, смотрите на тот самый объект внимания, который привлекает сейчас все и всех, но я немножечко хочу вас расстроить. Таким, какой мы его ждем и какой мы увидим новый автомобиль Lada X-Ray, мы не увидим его прямо сейчас. Больше отнимать ваше внимание. Итак, встречайте Lada X-Ray.